Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников, будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Так, загрузили. Мы-то здесь при чём? Загрузили на что-то на дальше сейф. Проблемы у нас. Так, кампус тут строится. А, ну тут мне надо ремонтировать. Став кирку и потом кампус строить. Так, вот этого я, по-моему, сюда хотел отправить. Так, из Бергена в Амстердам. Я уже готовлюсь к союзу. Нет, не скоро, я тебе скажу. Ты культуру-то мою видел вообще? Да, там у меня же такая же. Крейзи предложение. Блин, тут не проплыть. Еще раз здравствуйте. Здорово. Дежавю. В другом месте. Так, я купил здесь этого за веру, да? Ох, не нравится мне вы это все. Правительственная площадь. Тут продолжаем. Дракары. Там феодализм. Так, нафига мне феодализм? Мне госслужба нужна. А, типа второй. Подожди, а разве я второй? Ладно, давайте один ход это пооткрываю пока. Да, тут второй кампус еще долго. Лян здесь. Так, тут на производство. Где мне ресы еще себе взять? Уникальные. Это я обработал. Китов еще не дотягиваюсь. А что мне здесь дает, не понял. А, трюфели. То есть трюфели я и так имел на самом деле. Оливки. Так, там киты. Янтарь обработан. Янтарь. Чай обработан, тоже оливки. Ну вот еще только если там серебро получается. Да, что у нас здесь? Снижено за производство юниты. И табак дополнительное довольство дает. Слушайте, а что вы там на крик гнали, если дед, собственно, так же идет? А я деда не вижу. Но дед потом догнал. Он догнал. Одна бесплатная технология, военная инженерия просто. Вот что скажу, там еще и они втроем одинаково идут. Ну, кстати, норм. Тут еще, да, появился молодой человек. Ну, вообще, там 4 человека вперед несутся. Ну и нормально. Вам что, жалко, что ли? Не жалко. Ну тебе-то не жалко. Как норм предложение. Да, да,
Я предлагаю, когда мы с тобой в союз выйдем, сразу забронировать научный союз. Я вообще не против. Потому что с тобой бедолаги небольшие. По науке. К Хатусе поплыву, там можно будет апнуться, кстати. Блин, а где наемники? Может, мне в наемники быстрее? У меня хотя бы одну надо, наверное, в каравеллу. Не буду прям две. Ай, поплывем уже отсюда. Так. А можно здесь поплавать? Калмы. Кстати, нет. Это легально переигрывать по-другому, чем ты сыграл до этого? Это нормально? Ну да, блин, два хуя. Я вообще не помню, как я играл в тот раз. Я тоже уже не помню. Про что? Ну про то, что ты клетку эту купил. Ты в прошлый раз ее не покупал. Ну купи другую клетку взамен этой. Нет, она мне не для покупки. Ну так чего ты тогда? Если она никак на тебя не влияет. Влияет, влияет, но не для покупки. Рейну. Рестарты? Ну да, да. Да, да, давайте, давайте, рестарт. Хочешь, я тебе компенсацию выплачу? Так, зал для приемов здесь начнем. Блин, я бы, наверное, все-таки здесь где-то ставил город еще. Хотя, блин... Я хочу твою душу. Интересно, что после рестарта пожар по-другому себя повел, кстати. То есть он... Ну вот здесь бы я точно еще поставил. Ну, вот тут я не знаю, мне как-то все не особо там нравится. Так, зал для приемов. Где он? Я понимаю, есть какие-нибудь боевые действия. Очередной... Очередной флотоводец. А это, кстати, не остров, это, похоже, соединено, и там у скифа вон... А, нет, это не скифа, это ГГшки. Так. Брать ли мне Мокшуам, или прокачивать уже Пингалу, например? Или Лян на аквакультуру. Не, давайте Пингалу. Я же надеюсь, ты крестовый поход потом брать не будешь? Нет, нет. У меня к тебе планов нет. На тебя. Спасибо. А на кого у тебя планы? Вот, да, мне тоже интересно, а на кого? Я думаю, у нас с ним не особо есть планы пока на кого-либо вообще. Просто выжить пока что. Пока что, да. Так, рабочие... Ну, вообще, это то, что на побережье живет, почему к тому бы не сходить? Как смогу выжить? А, блин, я кампус открыл таки. Ладно, давайте кампус пока поставим. Соседство. То есть, все-таки отстаю по науке. Идти без ускорения открыл кампус. К сожалению... Не, давайте его как скаута использовать. Фиговый флотоводец для меня, честно говоря. Потому что я уже и так по океану бегаю. Ну, а плюс один к обзору. Смысл. Да блин, что он так аж два этих не обратил. Так, у меня такое ощущение, что у нас таймер не 2,5 минуты, да? Нет, вроде 150 секунд был на старте. Ну, какой там таймер стоял? А нет, 2,5.
Это голландец, можешь плыть, исследовать меня. Раз мы союзы, то ты же должен мои города увидеть. О, я тогда путь разгадываю. Или кто-то что-то другое. Да, извини, как Нор, но легионеры теперь твои. А, там эти бедолаги, которые ко мне побежали. Да, да, они теперь твои. Вот это полукоцаны, полудохлые. Или там их еще больше. Библиотечка. Так, ну пора покупать. Все-таки состав киркой. Это важная штучка. И этого я еще обработаю. Ой, а что у тебя с мистахи сипик? А? Мистахи сипик, что это с ним? Кри. А, это варвары. Это варвары. Они мне тут даже один раз город разрушили. Я, честно говоря, серьезно? Думал, что они грабят только. Я чисто город ставлю, к ним приезжают три галеры. И подрезья мои. Нет. А, да? А, так можно было, да? Ну, еще и уничтожили мне. Я думал, типа, они... Да, на первом месте меня тоже... Конечно, если они захватывают город, они его уничтожают. Обидно. Было прикольно, что они его обращали в вольный город. Да, как-то, либо... Да, это было бы прикольно. Вот мне что в четверке всегда нравилось, что там города варваров тусят. Блин, дед, я тебе сказал сюда не идти, ты типа игнорируешь, да, меня? Ой. А чего? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Ну, всем спасибо за поддержку. На входе. Мы уже тут все поспаливали, да. Ну, короче, тут еще канадец и... Блин, и забыл кто. Серьезно, еще один метеорит. Торнадо ходит, тусит, в итоге ничего не ломает просто. Нет, о, юниты. Лагнуло, красиво. Я тоже подумал сначала. Здравствуй, Кри. Так, образование есть. Ну что, может, давайте посчитаем, сколько дракаров у нас в итоге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Ну, 12-й давайте. 12-й сделаю. Ну, это чтобы было 4, например, флота, понимаете? Так, и, в общем-то, можно, значит, каравеллы открывать. 10 жителей. Может, в Бергене все-таки как-то... Шесть ходов. Да не, я лучше быстрее открою госслужбу. И караваны к Голландии буду отправлять. Война. Ну, наконец-то. Ну что, мне дед тут войска свои собирал под границей, если бы не рестарт, то как-то дед был меньше готов до рестарта. Так, голландец, я думаю, что мы хотим, чтобы барсучий коготь стал ГГшкой, правильно? Ты же не будешь его убивать никак. А, не, мне пофиг вообще. Пускай становится. Надеюсь, какая-нибудь классная ГГшка будет. Я надеюсь, научная. Я правильно понимаю, что у нас два лидера воюют сейчас, да? Да, и третий в сторонке сидит. Да, тут у меня сидит. А третий кто там, канадец? Кто там?
Ну, Канада 117, Крис 96 науки. Нет, я этих, я Канаду не вижу просто. Этих Канада я двоих 117. Вижу. А, ну Канада с валядом. Но у нее с культурой похуже, у нее 69. Блин. Культура, блин, торговка. Я, блин, и там, а у меня только один может быть торговец на самом деле. Без валядомства. Канди. Назло всем, ГГшка стала верующей. Ага. Какая-то странная, да? О, я ее встретил первый, кстати. Ну да, ты, я думаю, что ты эти лагерь варваров раньше меня нашел. А там типа посол отправляется в... Да, да, кто первый лагерь встретил. Так, наверное, все-таки свалим отсюда этими дракарами. Так, тут есть строитель. О, оливки сами добавились. Ну, кампус у нас здесь будет стоять. Я бы сюда центр коммерции ставил. То есть тогда вот сюда откладываем производство. Китай, предложение. Все, секунду. А зачем мне? А зачем? Ну, мне надо. А зачем мне тебе давать? Давай, ну ладно. Я тебе дам. Просто мы с тобой не пересекаемся. Так, Китай, тебе как? Два нормально хода до каравала. Пока, значит, эту ведем сюда. Вот этого сможем. Фига у тебя там, конечно, культура Китая. Чел, ты. Я знаю. А этот, в Чаншу, если ты еще можешь привезти, было бы идеально. Это рядом с канадцем город, а там его рели идет, что-то беснуется. Это будет Посиди тяжело уж. На самом деле. А? Тяжеловато там будет. Японец, мне тут твоя галера не нравится вообще. Очень некрасивая, уродливая. Ну ты же сам дал мне право прохода, я так? И что? Ну хорошо, я... Я тебе вот сообщаю. Плывай. А слушай, а там даже в том городе лучше... О, пускай там лучше его религия. Она там, у него трудовая дисциплина. У меня хороший станет священное место. Пускай он остается. Блин, опять голландец тебе этот прилетел. Серьёзно, что же это так, комиссиарит? Вот 9 ходов. Так. Нидерланды, предложение. Ну что, в наемники пойти сначала? Или в дипломатическую? Давайте, наверное, в дипломатическую. Еще предложение. Я бы, наверное, пораставлял просто по городам Мокшу в Ставангер, чтобы больше веры распространялась. Так, плюс 100...
с гарнизоном счастья. Вот это давайте возьмем. Здорово, Канада. Привет. Ты на море? На внутреннем. Канада, а что за рыцарь делает в сторону? Будь здорово. Разведывает города. Точно? Конечно. Я знаю, что ты как бы сразу до войны не можешь, но все же. Извини, не услышал. Да забей, кто там сам с собой. Ни хрена не обработано у Лахора. Так, этот же работает на эти, да? Да. А подожди, это древнего мира же у нас Дракар. А этот на... Только с античности все. Так, говоришь, Виннипег на внутреннем, да? Осуждаю в руля. Как это новенький? Кита, сколько у меня там ходов до союза? 6. Ну, сейчас... Нет, следующим ходом, по идее, открою. У меня 5 ходов. Окей. А также Канада и Крейзи будете союз заключать? Почему нет? Кто говорит, да? Прибавляй. Ну, без карточки на наемников. Но мне одну пока каравеллу достаточно, я думаю. Так, 8 ходов, 4 очка. Я думаю, наберем. Ой, под Крокотау лучше не становиться. Так, а Болония чей союзник? Деда. Не знаю, под арбалеты. Ну, я пограбил ее просто. Что за говно? Так, картография открылась. Верфи точно нужны. Ух ты, я успел походить. Так, тогда давайте города проверим. И где я тут что хочу поставить? Ну, кампус я все-таки сюда хочу делать. А, промышленная зона. Есть на плюс 2, да? Тогда давайте сюда акведук. Сюда промышленную зону. А священная? Угу, плюс 2, плюс 2. Давайте вот сюда священочку еще тогда. Выйду из-под вулкана. Еще один флотоводец. Блин, у тебя религиозный занят уже. Там долго еще, Крейзи? До чего? Союз культурный. Да, только начался. Блин. Давай, ладно, что-нибудь другое. Господи. Как будто религиозный, не знаю. Две нации без религии религиозный. Ну и военный просто пока так поберегу. Ну я военный, да, пока тоже не готов.
Дед, предложение. Да, сейчас. Ух ты. А чего так щедро? Ну, потому что я приплыл тут ему грабить. Чтоб я заодно еще с тебя поимею. Спасибо. Следующим ходом баллон я объявлю. Блин, серьезно, канадец, ты мавзолей в Геликарнасе вот в этом, вот тут строишь? То есть у тебя будет две клетки на нее работать, что ли? Строить больше ничего. Серьезно? Да. Представляете, бедняга, настолько строить нечего, что строит Геликарнас. Ну, чудо само по себе хорошее даже. Оно ж не то, что на две клетки. Да, оно ж ради еще великих инженеров. Блин, по-моему, не успел принять. Так, я прошу еще увеличить таймер, пожалуй, хотя бы до трех. Сейчас. Леш, у нас внутреннее море, что ли? Или что, я не понимаю? Да. Серьёзно? Да. Боже мой. Я поэтому к тебе... Я тебе про это и говорил же, я поэтому к тебе и плаваю. Это думаешь, почему я почти один страдаю, а только один? Не, ну у меня еще с другой стороны, я уже вижу, что ты других напрягаю. Блин, что-то... Я хочу глянуть, сколько мне дадут, если я чисто вот эту разграблю. Убить-то он не должен. А, просто лечение? Ну, тогда бессмысленно, да. Так, слушайте, колосс я хотел. Геликарнас-то, возможно, тоже неплохо, но... Во-первых, там канадец строит, а во-вторых, мне тут какие-то клетки придется убирать для этого. Блин, а Лавента не в союзе? Блин, меня сейчас убьют этого скаута, что-то я тупанул. Священная 2, а вот тут кампус... О, кайф. Это, кстати, очень круто тут получилось. Тут кампус, тут священочка. То есть нам нужно рабочих. Давайте я, наверное, еще миссионера и вот эти города обращу. Канадец, идете еще города? Нет, тебе только хавана пускать хочу. Канадец. Чего?
тебя города где еще говорю? Я караваны пускать хочу торговые. Я вижу только Оттаву и Торонто. Влево, вниз. Угу. За Оттавой, да? Да-да-да. За Торонто, за Оттавой, влево и вниз. Ну? Валим. Дима обратил чинду в синтоизм. Мы обязаны искать. Почему я это должен вообще подавать, интересно? У тебя религия хотя бы своя собственная есть? Есть. Так он не мой город обратил, чей-то чужой город. Это я причем сам. БДшки? Нет, это я это. Чэнду — это мой город, китайский. А, ну я опять в Золотой век вышел, да? Я даже еще не видел ни разу. Я считаю, что я опять молодец. Так, тут разграбим. Видимо, я не знаю. Рим. О, у меня еще одна карта. Так, а тут мне грабить нечего. Так, что у нас тут по районам? Кампус на плюс один, даже рифа нигде нету, да? Ну, вообще, наверное, можно здесь поставить. А священное место рядом с Крокотау надо ли ставить? Это вопрос, конечно. Наверное, еще одного строителя. Нет, торговца доделаю. А, не походил, фак. А, так, надо как-то с городами собраться. Давайте окажем. Дипломатическая победа все-таки. Да, не надо ему помогать. Канадец лидер. Да, вы оба. У вас то, что разница в три науки, это такое себе. У канадца это от вольнодумства, еще раз говорю. Сейчас да, там половина. Зато у канадца больше культуры. Ну, культура это такая. Не на меня, вы на канадца смотрите. Хорошо. У Конго больше культуры, а не у канадца. Ну да, кстати, тоже. Конго, наверное, за счет шедевров, я так думаю. Само собой. Так, ну давайте промышленную зону тогда сначала. Блин, тут, кстати, еще затапливать может. Но я вот тут могу дамбу поставить, кстати. Грустно тут, конечно, все выглядит. Где у кого? Просто гигантская шапка изо льдов. Это ужас какой-то. То есть ты, Кри, даже бомбарду не пожалел прийти с моим маленьким дракарчиком разбираться? Так не сильно там тебя война, видимо, беспокоит.
Ну так а че, у него легкая кавалерия имбовая, конечно, капец. Ну спушить он меня ею не может. А дракарчик-то тебе что? То есть ты вот так вот, ты будешь вот так вот викингов просто пушкой разносить? Да. В мясо, просто потому что... Пытался вспомнить. Ну, я осуждаю, это крив, очевидно, просто вот смотрите какой. Крив? Плохой человек. А что случилось, извините, на тут, говоря? С чем? Что? С чем случилось? Что с вами случилось? Почему крив плохой и так далее? Ну он людей пушками в мясо просто. А, осуждаем. Осуждаем крив. Согласен. Так, пойдем, может, в торговую республику. Ну я два рынка все равно никогда не построю. Не, давайте. Не, давайте гильдии откроем. Там, плюс 100 промышленной зоне. У меня, правда, еще нету ни одной промышленной зоны с другой стороны. Просто пустота. Крейзи, там такой кампус хороший, но там алмаз заспавнился. Ну, сейчас еще одна ГГшка будет. Лучше посмотри, вот слева от Ханьданя клетка. А я не вижу Ханьдань, видимо. А, меня? Ладно. А куда смотреть? Ну вот там 6 клеток гор, внутри одна клетка пустоты, но там геотермалка. А я не вижу. Так понял, о чем ты говоришь, но я не вижу. Так, давайте еще по городам пройдемся. Тильт. Еда, производство. А, вот здесь. Когда каравел устроишь, еда, тебе дают очки эпохи? Но если у тебя не было до этого кораблей никаких... Каравел. Нет, кампус. нет, именно кораблей. Если уже был корабль какой-то, то не дадут. Если бы там не было геотермалки, там бы кампус на плюс 6 был бы. А вот если кампус на точку ниже стоит, сколько... Там гора, нет, там горы везде. Обработаю, потом вернусь сюда, вырублю. Там отдельная клетка внутри гор. Да. Понял. А если апнуть, и у тебя был это единственный юнит возрождения, то за это дают очки? Нет, за юниты дают только если он использует какой-то ресурс для себя, могут дать. Каравелла никакой ресурс не использует. То есть там железо, лошадей, селитру, что там сейчас еще может быть. А все, вот. Сейчас пока еще ничего. Надеюсь, ни у кого нефти нет еще. И алюминия. Ну, кри уже есть. Ну, дают бесплатного торговца. Классный. Еще один флотоводец. Так, подожди, тут кто-то плавал. Ха, не убил! Так, уровень можно, кстати. А этот что делает? Флот. Так, отсоединяем, ведем к этой каравелле. Ну, я бы Виктора, наверное, опять. Я бы везде посадил тут. Блин, мне реально нужен седьмой еще город, на самом деле. Я пропустим пока тут. Так, а он на какое средней эпохе возрождения? Вот как раз на каравеллу еще будет плюс 5 давать. Так, поехали в Хатусу. Все примите ли вы предложение? Я бы пока оставил как есть, честно говоря. Хотя соседство... А, это для центра коммерции.
А зачем нам дружба? Ну ладно, приму. Союз. Не хочешь? А как? Я тебя даже не вижу, твои города. А, я понял, какой. Наверное, надо еще все-таки пока рабочего. Блин, я не обработал города, опять не успеваю. Черт. Так я тут в очередь сразу акведук поставлю. Здесь пока еще одного рабочего надо. Так, лесопилку. Платный торговец. Так, у меня бегает из Ставангера. Так, наверное, из столицы надо. Тут где-то канадец плавает дуболомом. Или в дипломатическую службу. Все-таки давайте дойдем до дипломатической сначала. Так, а этот у нас просто пассивно должен на мою каравеллу действовать. Так, эти верфи везде открыл, тоже их бы построить. Открыл я же верфи, да? Да. Или просто в индустриализацию идти пока. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку, до следующих видео.